Волгограде подвели итоги фестиваля «Волгоградская земля. Волгоградское качество». Фестиваль пока городской и стартовал 1 сентября неспроста. В первую очередь он был ориентирован на школьников. Самое главное, что сегодня ребята, подрастающее поколение, имеют возможность познакомиться с волгоградскими предприятиями, с волгоградским качеством и, самое главное, определиться с выбором профессии. В рамках фестиваля проводились различные конкурсы по 7 номинациям, участие в которых приняли 50 тысяч волгоградских школьников. Ребятам устраивались экскурсии, им рассказывали о преимуществах работы на предприятиях, а потом уже сами школьники рисовали или писали сочинения. Конкурсных работ было очень много, но это как нельзя точно отражает главную цель фестиваля. Цель фестиваля была рассказать нашим детям, показать им промышленные предприятия города Волгограда, тем, чтобы рассказать детям, дать им возможность увидеть, как работают наши промышленные предприятия, рассказать и показать престиж рабочих профессий. Фестиваль проводился на базе многих волгоградских предприятий, которые заинтересованы не только в популяризации нужных им профессий, но и в том, чтобы о их продукции знали как можно больше. Это проект по поддержке местных товаропроизводителей, то есть предпринимателей, работающих на территории нашей области, являющихся налогоплательщиками, являющихся производителями очень качественной продукции, которая должна быть в первую очередь представлена на столах, в холодильниках, там, где угодно, наших волгоградцев. Необходимо отметить, что особенную роль организаторы фестиваля отвели журналистам. Был утвержден отдельный конкурс среди СМИ на лучшее освещение темы «Рабочий класс». Волгоградское деловое телевидение по итогам онлайн-голосования получило приз зрительских симпатий. А после того, как назвали победителей в каждом конкурсе, настало время подвести итоги фестиваля, который завершился в этом году, и мы ставим многоточие. И, конечно же, фестиваль удался. Он удался в первую очередь, что на самом деле дух патриотизма, он не угас. И все предприятия очень активно включились. Конечно же, вот очень приятно, что школы и ребята все были очень активны, в том числе и средства массовой информации. Такая активность показала свои результаты. У фестиваля большие амбиции. В скором времени организаторы планируют выйти на региональный уровень, чтобы уже вся волгоградская земля знала, что такое волгоградское качество. Татьяна Левашова, Константин Броневицкий, Волгоградское деловое телевидение.